Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, сегодня мы будем рассматривать во втором чтении закон о крабовых аукционах. Закон достаточно скандальный. Он уже был плох, когда законопроект вносился в Государственную Думу. Сейчас, соответственно, поправками. Пользуясь случаем, хочу по ним выступить, потому что у нас нет возможности по регламенту выступать по чужим поправкам. Поправками он стал еще хуже, чем был. О чем я говорю? Во-первых, теперь все проходит только электронными аукционами. Хотя у представителей отрасли как раз есть очень много вопросов к аукционам. Можно вспомнить недавний аукцион по скумбрии, когда данные после 4-й минуты просто невозможно было вбить, и большинство тех, кто хотел участвовать, не смогли в нем поучаствовать, соответственно. Также можно вспомнить, когда были рыбоводные участки, то же самое, данные ввести на площадке не могли. А теперь в поправке у нас написано, что к тому же, еще к тому же, мы это можем проводить где-то на сторонних площадках. Поэтому электронным, на самом деле, аукционам в этой отрасли никакого доверия нет. Второе, о чем тоже следует говорить, что тоже ухудшает законопроект. Есть поправка, согласно которой, если раньше 3 года давалось победителю аукциона на строительство корабля, то теперь дается 5. То есть, по сути, 5 лет человек может выиграть аукцион и ничего не строить, потом просто зайти в суды, либо даже разорвав контракт, воспользовавшись ресурсом. То есть поправками на самом деле мы идем к тому, что недобросовестные компании будут выигрывать эти аукционы. И причем цели, которые ставит правительство, оно не добьется, их добиваются не так. Например, правительство говорит, что мы соберем 82 миллиарда. Но не будет такого. Почему? Потому что мы знаем, как устроен рынок. Если товар поступает в ограниченном количестве, то на аукционе, соответственно, делаются шаги, и товар дорожает, за него идет конкуренция. Если товара выбрасывается на рынок сразу много, спрос, предложение, соответственно, и цена меньше. Поэтому мы, например, предлагали 20%, а не 50%. Соответственно, далее, если некорректно все это будет устроено, например, нам правительство говорит, что больше краба пойдет на территорию РФ и, соответственно, меньше за границу. Но в законопроекте нормативки этого не прописано. Как это произойдет? Поправки, которые направляли бы краб сюда, на территории Российской Федерации, даже не рассматривались. Но поправки мы еще обсудим. Главная суть, что регионы пострадают. И сейчас эта отрасль освещается под разным углом. На самом деле, всеми хорошими поправками, которые предлагала оппозиция, можно было сократить его негативное воздействие на регионы, чтобы люди не теряли работу. Чтобы, соответственно, инвестиционные проекты, как рыбокомбинат Островной на Шикотане, например, в который как раз и вкладывались эти деньги. Мы говорим много про Курильскую гряду. Она не стала еще японской, во многом благодарю, потому что там есть работа. И как раз это заслуга тех компаний. Тренировочная спортивная база «Восток», инвестиционные программы, благотворительность. То есть на самом деле регионы получают сейчас очень многое от этой отрасли. Соответственно, и рабочие места, и, как я уже сказал, конкретные деньги в свои бюджеты. Если это произойдет, то выигрывать будут самые недобросовестные. И деньги поступят разово в федеральный бюджет, но местные бюджеты потеряют миллиарды. И еще хочу сказать в завершении, что таким образом вот такие законы, которые так касаются жизни Дальнего Востока, так его меняют, мы принимаем за 2 недели. А, например, закон, про который здесь ЛДПР говорит каждую неделю, про который вы уже все знаете, о закрытой перевалке угля, которая напрямую касается жизни дальневосточников, в частности, города Находка, мы не можем принять уже 2 года. 2 года в профильном комитете он даже не рассматривался. Я вас информирую, на самом деле в Находке не стало, например, лучше. В Приморском крае ситуация становится только хуже. Строится больше терминалов, соответственно, планируется еще строительство, и все они будут открыты. Я писал письмо недавно министру от фракции ЛДПР, Кобылкину, министру экологии. Соответственно, что ответили? Устанавливаются видеокамеры и счетчики. Закон о закрытой перевалке не принят, нормативная база не поменялась, угольная пыль еще не в списке загрязнителей. Соответственно, ответственность за нарушение экологии никто не повысил. Вот так, провели круглые столы, поговорили, дальше ничего. Фракция ЛДПР будет добиваться, чтобы наш законопроект был принят. Спасибо за внимание.